И по чуть-чуть с вами вот тут вот внизу. Вот хорошо, здесь довольно хорошо легла, кстати, краска. Без проблем. Я боялась, что будет слишком все ровненько, но нет. Тут вот видно, что эффект той самой травки остался. Здесь вот, вот. То есть чуть-чуть подправляем. А, вот здесь, кстати, тоже довольно хорошо легла. Вот тут вот видно, что травка проходит. Не травка, господи, деревья у нас там проходят. Такие прям тут вот видно все. Вот, я вам потом поближе покажу все. Так, здесь у нас тоже дерево, деревья. Мне очень понравилось рисовать вот эти вот деревья, они просто восхитительные. Так, смотрим, все нарисовали. А то картину повесить, а потом вспомните, а батюшке. А я не дорисовала тут, а я тут не дорисовала. Тут чуть-чуть еще пройти. Здесь вот, наверное, как раз поля лавандовые находятся. Чуть вот так вот мелко. Здесь вот тоже такие полосочки, такие какие-то холмики такие интересные. Здесь вот, посмотрите, очень хорошо получилось. Тоже неплохо, довольно себе хорошо. Здесь, может быть, деревья мы с вами, наверное, дорисовывали. А точно, вот я вижу выше, но оно получилось у меня пониже. Я уже не буду дорисовывать, оставлю так. Вот, ну, там еле заметно, ничего страшного. Так, вот здесь вы тоже там у себя все дорисовываете. Проверьте, все ли вы нарисовали, все ли у вас хорошо. Да, нужно было еще сразу сказать, старайтесь не рисовать слишком большие слои гуаши, она может потрескаться. Вот, по-моему, мне кажется, вот тут у меня уже чуть-чуть потрескалась. Но можно побрызгать лаком для волос, такой разбрызгивается, который не пена, а именно лак для волос, и вроде бы она должна там чуть-чуть ее скрепить. Так, вот здесь ничего нету. Ну ладно, не буду уже подправлять. Так, подпись. Самое интересное то, что место для подписи я своей почему-то не оставила. Наверное, это вот здесь вот должно быть у меня место для подписи. Скорее всего, я буду сюда ставить ее. Вот. Так, где моя любимая кисточка? А вот моя кисточка беленькая, вот такая кисточка уже тоже немножко. Это тройка. Так, я ее обычно ставлю подписи свои. Выбираем красочку. И вот тут у меня будет подпись. Аккуратненько ее тоже выводим. Так, и точка. Так, точка. Еще я ее люблю немножечко беленьким сделать. Что ж такое, где белый цвет-то? Вот. Чуть-чуть ее разнообразить. Беленьким, как будто бы
как будто бы на нее там какая-нибудь, ну как знаете, как, не знаю, короче, как объяснить. Короче, я нравится мне еще белым цветом подделывать. Она такая становится более красивая. Можно еще подписать 2020 год, но я не буду этого делать, ладно. Я еще все равно буду подписывать сзади. Вот. Мы с вами нарисовали. Так, сейчас посмотрю. Вам все ли видно? Вот. Так вам все видно. Здесь мне понадобилось очень много красок. Конечно же. Довольно много. И у нас с вами получилась очень красивая работа. Мне она очень-очень-очень нравится. Через камеру, конечно, она смотрится не так. Немножко как будто цвета какие-то другие, но это только через камеру. Может быть, вот так вот. Нет, уже темно у меня. У меня уже вечер. Уже 6 часов вечера. А с вами мы прорисовали, наверное, где-то часов 6-7, так точно. Это даже, кстати, мало. Обычно я раньше рисовала по 12 часов. Это может быть еще легкая довольно работа, потому что здесь вот как бы много пространства внизу и вот тут наверху. То есть, ну, особо времени больше заняло прорисовка вот здесь вот. Вот здесь вот, конечно. Вот тут у меня чуть-чуть не сразу получалось. Ну да, где-то вот тут у меня не сразу. Тут у меня чуть-чуть были проблемы. Тут, может быть, где-то. Вот. Ну, горы, конечно, тоже долго прорисовывала. Все-таки это горы, то есть это не просто какая-то там вдали непонятно что. А это должны быть именно горы. Они должны быть именно красивые и похожие на горы. Вот. Здесь у нас тоже цветочки, тут даже есть фиолетовый, есть даже травка. Потом рассмотрела, увидела травка, что там имеется. Получилось очень красиво. Я надеюсь, что вы рисовали вместе со мною. А если вы рисовали вместе со мной, то, пожалуйста, очень вас прошу, пришлите свои фотографии мне ВКонтакте. Ну или на почту, или куда сможете. Очень бы хотелось посмотреть, что же получается у вас. Мне было бы очень приятно. Вот, также обязательно подписывайтесь, пишите комментарии свои, оставляйте. Кто досмотрел до конца, ставьте лайки, мне будет приятно. Я надеюсь, что есть такие, которые досмотрели до конца и вместе со мной нарисовали мою картину. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите... Да, я уже все это сказала. Пишите комментарий, да. Все, и всем пока-пока.